Samsung Link. Общий доступ с компьютера на телевизор. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами Исет Смарт, и в этом видео мы рассмотрим о такой программе, как Samsung Link. С помощью этой программы мы будем открывать доступ к нашему телевизору файлы. Мы будем открывать общий доступ наших фильмов на наш телевизор, чтобы просматривать по сети. Для этого ваш телевизор должен быть подключен к вашему Wi-Fi маршрутизатору по кабелю или по Wi-Fi. То есть он должен работать уже. Интернет у вас должен быть на телевизоре. Он должен подключаться к общей сети вашей, домашней сети. Без этого ваша затея не будет работать. Ранее эта программа называлась All Share, а сейчас Samsung Link. Поддержка уже Samsung Link прекращена, но можно пользоваться этой программой на обеспечение в домашней сети. То есть вы будете передавать ваши файлы по DLNA. Вам нужно установить эту программу на обеспечение себе на компьютер. Устанавливаем. Нажимаем далее. Ваши минимальные системные требования. Windows XP, Vista, 7, 8. И процессор какой должен быть у вас. Минимум Core i3. И 3 гига ЗУ. ПО для использования Samsung Link установлено. Нажимаем «Готово». Предпринята попытка доступа ПК с неизвестным находящим устройством, IP-адрес, то есть разрешить доступ. Нажимаем «Да». Если у вас не работает сеть, шаринга нету на телевизор, то проверяйте ваш антивирус или и BrandMauer. BrandMauer антивируса может быть блокировать ваш доступ. Или встроенный BrandMauer проверяйте. BrandMauer Windows. Samsung Link вот у нас запустился. Нажимаем «Параметры подключения ближайших устройств». И видим, что у нас здесь интерфейс localhost. Мой ПК — это ваше имя компьютера, то есть можете переименовать его на другое имя. Допустим, вот так можете переименовать. Желаете ли вы, чтобы ваш компьютер можно было найти других пользователей? То есть здесь разрешаете. До 10 ближайших устройств могут использовать совместный с моим ПК доступ к данным. Теперь задать папку, которая будет совместный доступ для ближайших устройств. До 15 папок вам можно будет добавить. Выбираем «Добавить». Открываем ваши данные. У меня, допустим, 3D фильмы хочу я добавить. Добавляю эту папку. Общая папка. Теперь еще одну папку могу добавить. Добавить и сериалы. Вот у меня сериал «Игра престолов». Я его хочу добавить тоже. Вы можете в одну папку скласть фильмы и добавлять таким образом. Ну и картинки. Может быть, интересные картинки просматривать вам. Добавить. Добавить. Все. То есть он синхронизируется какое-то время и добавляется. Можете вот так синхронизировать, обновить, обновить. Теперь нам нужно включить наш телевизор, чтобы он определил наш телевизор. Телевизор это бывает разный, но это приложение подходит для телевизоров Samsung. Я выбираю популярное. Приложение, мультимедиа, мультимедиа. Все содержимое. И вот, пункт. L-Share. Ближайшее устройство, то есть у меня L-Share называется. Выбираю этот пункт, запускаю его. Устройство не обнаружено. Выберите тип устройства. Нажимаю «Компьютер». Окей. Что-то он не подключается. Пробуем по-новому, уже на компьютере. У нас на компьютере появилось уведомление. Предпринята попытка доступа к ПК неизвестного находящего рядом устройства. То есть IP-адрес и телевизор. TV Smart Room. То есть это мой телевизор. Больше не напоминать и нажимаю «Да». Теперь наш телевизор должен подключиться. Подключите устройство, содержащее фотографии, которые следует посмотреть через USB. Нажимаем теперь Source. И вот у нас появился L-Share PC ASRock. Нажимаем на него. Все содержимое. Shared Folder. И вот 3D, картинки, сериалы, все есть у нас. Можем открыть 3D. И вот у нас «Титаник» в 3D. Можем посмотреть сериалы. «Игра престолов». Сезон 1. Первая серия. Это приложение подходит для телевизора Samsung. Все. Можем таким образом просматривать. Один минус. Ваш компьютер должен быть подключенный. То есть он должен быть подключен во время просмотра фильмов. То есть компьютер не должен выключаться. Если мы компьютер выключим, то у нас кино приостановится. И вот таким образом наш L-Share работает. Нигде мне в антивируснике настраивать не нужно было. У меня все автоматически запустилось. Также я могу посмотреть фотографии свои. Открываю картинки. И вот мои картинки. То есть могу авиацию открыть. И просмотреть свои картинки. Следующая картинка. Следующее. Что хорошо, что это приложение уже встроено в телевизоры Samsung. То есть вам не нужно на телевизор устанавливать приложение.
А на компьютер же обязательно надо установить это приложение, чтобы все это работало у вас. У меня телевизор подключен по Wi-Fi и все работает отлично. Если вам нужно заблокировать этот телевизор, то вы просто нажимаете заблокировать, и он не будет показывать на телевизоре. А так просто разрешать. И также можно удалить этот телевизор в общей сети. Надеюсь, теперь вы знаете, как использовать это программное обеспечение с Samsung Link и открывать общий доступ на ваш телевизор. Просматривайте ваши файлы с компьютера на вашем телевизоре с помощью открытия общего доступа. Подпишись, подпишись, мой друг, на мой канал ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось.